В то время первый в России распространил артикул о ГУЛАГ. Я его сейчас в школу выложил. Да, слушай, досчитал его на пленке в аудио и написал на четвертую секунду. Сколько сил надо, конечно, чтобы храни вас, Господь. Вас тоже храни, Господь. За нас помолиться, потому что очень трудный путь у нас. Держите дальше. Вы знаете, что здесь написано, что наш в интернет. Какие у вас сомнения, вы разбейте, просто шишковку наберите. Да, мы сейчас вы дали. Мы сейчас почитаем. Все. Ну, вы же увидели, что там есть. Да, конечно. Будет очень интересно. Удачи вам. С Богом. До свидания.